Чем жил Днепр на протяжении недели? Об этом в сегодняшнем выпуске итогов. На днях, наконец, подошла к завершению переаттестация полицейских. Стали известны фамилии тех, кто не справился с обязанностями и подлежат увольнению. Из руководства полиции региона эта участь постигла 18 человек, более 30%. Из среднего руководящего состава аттестацию не прошли 14%. А вот среди 6 тысяч рядовых самые низкие баллы получили 232 человека. Переполох, связанный с оценкой квалификации наших копов, не помешал им разоблачить порно-студию, где моделями работали несовершеннолетние девушки. И у нас есть об этом сюжет. Правоохранители области разоблачили порно-студию, в которой работали несовершеннолетние девушки. Эти оперативные съемки сделаны в очень живописном месте. Преступники арендовали двухэтажный дом в селе Вольном Криворожского района. Кроме ноутбуков, оргтехники, записных книжек и продукции интимного характера, полицейские обнаружили здесь трех молодых девушек, двух 15-летних и одну 17-летнюю. Здесь работали девочки, занимались, не знаю, как это называть, типа порнографией на камеру. Потом легли спать, и залетает банда чуваков в костюмах и тупо начинает ложить всех на пол. По словам девушек, за две недели работы им платили 2000 гривен. Также в доме находился молодой человек, назвавшийся парнем одной из порномоделей. На вопросы журналиста он предпочел не отвечать. К девушке приехал. Здесь работает ваша девушка? Да. А вы работаете тоже или как? Нет. А как вы вообще относитесь к тому, что девушка зарабатывает вот таким образом деньги? Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, чтобы привлечь преступников к ответственности. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Претензий к работе полицейских хоть отбавляй. Но есть и восторженные отзывы. Причем от детей, учеников городских школ, которые побывали в управлении национальной полиции нашей области. Ребята познакомились с нелегкой работой стражей порядка изнутри. Как это было в нашем следующем сюжете. Днепропетровские школьники познакомились с работой украинских копов. День открытых дверей для ребят провели в Главном управлении нацполиции Днепропетровской области. С чего начинается охота на преступников? Каким образом правоохранители узнают о случившемся и как им удается за считанные минуты оказаться на месте происшествия? Эти вопросы особенно интересовали девятиклассников. Ответы на них ребята получили, побывав в дежурной части или, как ее называют в последнее время, в колл-центре. Честно говоря, я думала, что эта работа намного проще. Но это настолько масштабный объем работы, и это сложно. В общем, это очень интересно. Можно сказать, что эти люди просто держат весь город под контролем и как бы поддерживают людей. Не менее увлекательным стало знакомство с работой кинологов. Третьекласснику Никите понравилось, как четвероногие помощники полицейских справляются с поисками взрывчатки и наркотиков. Эта экскурсия мне очень понравилась. И я в будущем, когда вырасту, хочу стать кинологом. Не обошлось без исторического экскурса. В музее Главного управления полиции дети увидели экспозиции, посвященные работе милиции в прошлом веке. Пошли в музей полиции, где нам рассказали тоже очень много и немаловажной информации. Например, как была устроена работа полиции не в наше время, а время до войны, время после войны, как работала полиция и что делали тогда люди при убийствах или же каких-то происшествиях. Кто-то, может быть, пойдет в патрульную полицию, кто-то в колл-центре захочет работать. То есть дети действительно рассматривают для себя в дальнейшем это как работу. Дни открытых дверей планируют проводить и в дальнейшем. Особенно это может стать полезным для ребят, которые уже задумываются о выборе профессии. Семья. Тихая гавань, опора и защита, уют и безопасность. У большинства из нас это слово вызывает самые теплые эмоции. К сожалению, так бывает не во всех семьях. На этой неделе в обладминистрации озвучили шокирующие цифры. Ежедневно жертвами домашнего насилия становятся 29 жителей нашей области. И это только зарегистрированные случаи. Сколько всего пострадавших от домашней тирании, остается только догадываться. Наши корреспонденты пообщались с соцработниками, которые одними из первых приходят на помощь людям, получившим моральные и физические травмы дома. Подробности далее.
Сотрудники социальных служб области обеспокоены участившимися случаями домашнего насилия. В основном жертвами агрессоров становятся женщины. По статистике, ежедневно 29 жительниц региона подвергаются моральным и физическим издевательствам. Несколько лет назад эта цифра была значительно меньше. Мы знаем, что наша держава перебывает в стані війни. Наш регіон межує з регіонами, де проходять бойові дії, і відповідно випадки домашнього насильства вони мають місце і вони, на жаль, збільшуються. Лариса Гущина работает в социальной сфере на протяжении 14 лет. За это время сталкивалась с разными случаями домашнего насилия. Бывало, приходилось оказывать помощь прямо на месте. По ее словам, в критических случаях психологи выезжают к жертве вместе с полицией. Но основная работа с пострадавшими проводится после их обращения в центр социальной службы, которая находится в каждом районе города. К сожалению, проблему удается решить не всегда. Не всегда агрессор идет с нами на контакт. Да, мама приходит с мамой, с ребеночком, мы работаем, а агрессор не всегда. А вы знаете, что психологи работают только по согласию. Если человек не хочет, мы не можем туда вмешиваться. Чтобы улучшить качество помощи жертвам домашней тирании, в Днепропетровской области впервые организовали тренинг для сотрудников социальных служб. Помимо практических заданий, здесь подробно рассмотрели психологические и юридические аспекты, которые чаще всего возникают при решении подобных проблем. Кроме того, на тренинге присутствовали пострадавшие от насилия в семье. Я первый раз участвовала с этими тренерами, но сама как тренер, я могу сказать, что очень хорошая подача, доступна и для специалистов, которые новые, очень понятно и доступно все. Такие тренинги планируют проводить и в дальнейшем, привлекая сотрудников правоохранительной системы. Ну а сегодня в нашей студии Инна Супрун, директор городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Здравствуйте, Инна Александровна. Здравствуйте. Первый вопрос интересен всем, я думаю. Звучит он следующим образом. Что же включает в себя понятие насилия в семье? Ну, понимаете, конкретного определения, что такое насилие в семье, ему до сих пор точно не дали. Можно сказать только одно, что определенно это ситуация, которая повторяется с определенной периодичностью во времени, в определенном месте, и главная ее цель – это один человек пытается контролировать поведение и жизнь другого человека, используя при этом самые разные методы. Мы знаем, что насилие – это не только физическое, это и эмоциональное, и экономическое, и сексуальное. Вот такие, в общем-то, размытые определения этого понятия. Самые распространенные, возможно, из них есть какая-то, может быть, статистика? К чему чаще всего? Конечно же, это физическое насилие. И от 90 до 96% жертвами насилия становятся женщины в семье. Вот здесь, да, естественно, вопрос, который вытекает из вашего ответа, кто чаще всего становится жертвой, есть ли какая-то, возможно, определенная группа риска? Опять же, статистика «Упрямая вещь» говорит о том, что чаще всего это женщины и дети, потому что они в силу своего возраста не могут противостоять обстоятельствам. Применительно к детям это, скажем так, повторное травмирование или, как говорят, получение повторной травмы, потому что дети, опять же, в силу возраста и обстоятельств не могут изменить ту ситуацию, в которой они находятся. То есть помимо того, что страдает женщина, это мама, сестра, бабушка, травмируются и дети в связи с этим. Если брать, например, семейные узы, семейные отношения, как и возможно ли заранее, может быть, рассмотреть агрессора в лице своего избранника? Есть ли, может быть, какие-то методы наблюдений? Ну, вы знаете, наверное, в период романтических отношений, если задаться целью, все-таки выяснить, будет ли будущий спутник жизни агрессором, наверное, есть к этому определенные задатки, и в определенных ситуациях мужчина может себя проявить. То есть достаточно просто проявить определенное внимание. Как он относится к жертве?
животным, как он относится к своим родителям, как он обращается со своей мамой, со своей сестрой. И это очень, ну, достаточно просто заметить, потому что ну, все проблемы из детства. И если у мужчины была модель поведения, которую он наблюдал, в которую он воспитывался, жестокости, пренебрежительного, неуважительного отношения к женщине, безусловно, это проявится по отношению, может быть, и не сразу к избраннице, но в каких-то моментах это обязательно проявится. Всегда ли вина, вот по итогу, после того, как, скажем так, акт агрессии уже имел место, всегда ли вина в развитии вот этой конфликтной ситуации, например, лежит именно на том человеке, который проявил агрессию? Ведь бывает такое вот и в психологии, да, и в семейных отношениях, когда, возможно, наоборот, бывает, что начало конфликта лежит совершенно в другой плоскости. Да, очень справедливое замечание, но, опять же, это тонкости психологии, прежде всего, взаимоотношений. Зачастую, когда мы работаем с агрессором, агрессор апеллирует к тому, что жертва его провоцирует. Но, понимаете, это уже складывается такой психотип отношений, когда агрессор проявляет какие-то первичные признаки, то есть он еще не проявляет непосредственно акта агрессии, то есть он не толкает женщину, он еще ее не оскорбляет, но уже она видит предпосылки агрессивных его действий, у нее включается механизм провокативных каких-то поступков, она начинает провоцировать ситуацию, естественно, агрессор включается в эту игру, и все заканчивается, ну, к сожалению, ну, зачастую, потому что физическое насилие, оно превалирует в шкале агрессивных действий, то, конечно же, все это приводит к насилию. Непосредственно он начинает толкать, оскорблять, унижать женщину. То есть бывает и такое. Что делать жертве? Как себя вести? Самое главное, куда обращаться? Конечно же, нужно вызывать полицию. Это в первую очередь, потому что это та служба, которая первая может прийти на помощь жертве. Они могут дистанцировать агрессора там, на определенное время от, ну, из ситуации. Ну, пока возможно состояние эффекта. Да, да, вот да. Да. То есть они дистанцируют на какое-то время агрессора. И здесь еще, в общем-то, достаточно сложная такая, наверное, ментальная проблема. И зачастую вы сами с ней сталкивались, и все это на слуху, когда после акта насилия, скажем так, после побоев, после драки, когда полиция возит в участок агрессора, составляется протокол, жертва насилия через определенное время приходит и забирает свое заявление. К сожалению, это ментальная проблема. У нас почему-то считается, ну, и из народных, скажем так, источников и пословиц, что если бьет, значит, любит. Зачастую с этим связаны, вытекают отсюда, это социально-экономические бытовые проблемы, то есть жертва проживает с агрессором на одной территории, зачастую она зависит от него экономически. И в связи с этим происходит, так сказать, акт прощения, примирения. Но здесь весь трагизм ситуации в том, что если единожды ситуация произошла, то рано или поздно она повторится вновь. То есть... Есть ли какой-то способ, чтобы уберечь себя и свою семью, вот для наших зрителей, да, там, вот от таких моментов? На этот вопрос я бы ответила так. Любите своих детей, воспитывайте их в атмосфере любви, уважения и счастья. Тогда будущая женщина, девушка никогда не станет жертвой насилия. То есть все, опять же повторяюсь, все идет из детства. Если ребенок воспитывается в нормальной, благополучной, ну, скажем так, семье, никогда модель поведения не будет допустима по отношению к себе, насилия. То есть если девочку воспитывали, и она не видела перед своими глазами вот этих отношений неуважения, пренебрежения, оскорбления, она не допустит к себе такого поведения. Это в первую очередь. К сожалению, ну, это такой, понимаете,
совет, которому хотелось бы, чтобы все придерживались. А для того, чтобы жертва насилия осознала свою ценность, зачастую приходится поработать серьезно психологом, чтобы она признала проблему, потому что многие женщины живут в состоянии вот таких вот агрессивных действий по отношению к ним и не считают себя жертвами насилия. Спасибо, Инна Александровна, за приятную беседу. На самом деле, говорить здесь еще можно очень много и очень много вопросов. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся обязательно. Да, спасибо. Я напомню, что у нас в гостях была Инна Супрун, директор городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Жизнь вдали от дома. Сложнейшие условия, непрерывная работа и бесконечные гектары земли. Именно так говорят люди, которые в далекие 50-е участвовали в массовом засеве девственных казахских земель. Об освоении целины сняты фильмы, написаны книги и картины. Но самая достоверная информация звучит из уст очевидцев. На этой неделе они пришли в исторический музей, где открылась выставка под названием «Создатели целинной эпопеи». Побывала там и наша съемочная группа. В историческом музее имени Еварницкого открылась выставка «Создатели целинной эпопеи». Отдел современности представил экспонаты периода превращения бесплодных степей Казахстана в зерновые поля. Автор выставки – научный сотрудник исторического музея Елена Панова. Появилась такая потребность переосмыслить все эти события, как-то показать их в новом же ракурсе. Вот. Дело в том, что идея главной выставки состоит в том, чтобы показать судьбы жизни людей, которые туда на целину у нас отправят. В витринах представлены фотографии жизнерадостных людей, которые только отправляются на целину, предметы быта того периода и материалы известных целинников, в том числе Георгия Степановича Коновалова, который за освоение целины получил почетное звание Героя труда. В 50-е, 60-е годы 20 века без предварительной подготовки и при полном отсутствии инфраструктуры тысячи специалистов отправились на освоение степей. Валентина Бекетова, заместитель директора исторического музея, рассказала о трудностях, с которыми столкнулись первопроходцы. Трудности бытового характера, когда им приходилось спать в каких-то вагончиках, которые не отапливались, или в палатках, просто чуть ли не на голой земле. Часть экспонатов, представленных на выставке, сотрудники музея привезли из поездки на целину в 1979 году. Валентина Бекетова лично принимала участие в этой экспедиции. Наша администрация музея решила отправить нас в командировку в совхоз Днепропетровский. Был такой совхоз создан в Целиноградской области, он находился. И там мы работали в 1954 году, туда приехали наши земляки днепропетровцы. Это был совхоз Куржункульский, но потом его переименовали в Днепропетровск. Уже в декабре 1954 года днепропетровцы подали 1300 заявлений с просьбой поехать на освоение целинных земель. В первые два года из Днепропетровска в Казахстан отправилось 1500 специалистов. На выставке представлены документы и личные вещи наших земляков-целинников. В планах музея открытие экспозиции о послевоенном периоде. Предметы этого времени находятся в хранилище музея. Для оформления такой выставки требуется серьезное оборудование, которого пока нет. Экспозиция создателей целинной эпопеи – большой шаг в этом направлении. Постоянно вынашиваем планы построить такую экспозицию, показать вот этот послевоенный период, 50-е, 60-е годы. Но особенно, конечно, хочется показать вот этот быт, потому что больше всего людей сейчас привлекают. Вот, а как жили наши предки, как жили мои родители, как жили мои бабушка, дедушка. И напоследок. Крутые повороты и визг тормозов. На выходных в городе состоялся региональный финал гонок Red Bull Kart Fight. Зрелищные выступления пилотов и небывалые эмоции болельщиков в нашем последнем репортаже. После недели испытаний скоростью стали известны имена победителей регионального финала гонок Red Bull Kart Fight. 19 лучших гонщиков города соревновались на трассе картинг-центра «Гараж». Участников поддерживали самые преданные поклонники – близкие люди. Несмотря на холодный ветер и пасмурную погоду, многие гонщики приехали в картинг-центр вместе с семьей и друзьями. Пилоты участвовали в 4 заездах, где главной целью было заработать наибольшее количество баллов. Лучший результат – 75 очков показал Григорий Звягин. Его отец Дмитрий набрал на 5 баллов меньше и занял 2-е место. В тройку победителей вошел Сергей Калашников с результатом 60 очков.
В региональный финал вышла только одна девушка, Алина Бережная. Она управляет машиной с 18 лет, а за руль карта впервые села всего месяц назад. Тем не менее, Алина смогла составить достойную конкуренцию более опытным любителям гонок. По завершению заезда в картинг-центре состоялось награждение победителей. 16 октября они примут участие в столичном гранд-финале. Самый быстрый отправится в Дубай для участия в 24-часовом марафоне в составе команды «Ингульт Карт». Мы будем следить за успехами спортсменов, а пока желаем им удачных поворотов и быстрых секунд. На этой энергичной ноте мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего хорошего и удачных выходных!